Я не сдержу. Это же мама. Это же мама. При этом его
канал, хотя здесь и есть свой лака, но это, в принципе, канал Флит Чинащи отличительной особенностью, которая является то, что в нем сохранена вот как бы эта структура именно внутреннего канала ствола бамбука. Флейта имеет идеальный природный, я бы сказал, именно канал, то есть здесь как бы не пришлось мастеру ничего подрабатывать, его искусственно формировать, и имеет великолепную опору, что создает очень напомненный и вместе с тем очень теплый, я бы сказал, даже такой вот задушевную окраску звучания, и при этом вот извлечение такого теплого наполненного звука на этой флейте не создает абсолютно никаких усилий. Вот если на обычной сакухате вот такой звук приходит уже вместе с мастерством, то здесь она как бы сама начинает звучать. И, конечно, вот эта флейта превосходно звучит в пьесах лирического характера, вот и в таких хонгёку, как, например, вот Тамуке, сложение букв в молитве.
«Мама Левота», то есть это песня из «Года урожая». Как вы слышали, что в Тамуке, что пьесе миньошного репертуара, эта флейта звучала очень мягко и, можно сказать, задушевно. То есть она способна играть даже вот в таком разрезе, можно так сказать. Очень душевно, мягко и лирично, можно так сказать. Но, конечно же, эта флейта способна и на другие звуки. А как это она может звучать еще? Пойдем осмелее. Дмитрий. Ну, на мой взгляд, тоже действительно вот наиболее характерное звучание этой флейты, это вот оно именно такое, как вы сейчас слышали, но при этом этот инструмент действительно способен звучать как инструмент хочику и с таким очень мощным звуком и с шумовым звуком, характерным, например, для стиля Ватадзуми Досу. Прозвучит такая вот, постараюсь это показать на примере такой небольшой пьесы Сандер. Thank you.
Как вы слышали, этот инструмент может звучать очень разнообразно, и я думаю, что в зависимости от индивидуальности играющего будет звучать по-новому. Но всякий раз это действительно очень удобный, очень отзывчивый инструмент. Идеально подходящий для начинающих, я думаю, и как раз идеально подходит для медитативной музыки. Да. Как раз вот создан для медитации. Эта флейта тоже по размеру 2.0. Да, высокой 2.0.